Noi stiamo presenti sulla fiera dedicata a Leonardo da Vinci. Та выставка представляет копию художника Босси именно вот этой всей истории и самой тематики «Тайны вечери» посвящена новая композиция «Ультима цена». Sono presentati i poster dedicati al 750° anniversario di Leonardo da Vinci. Oltre a quello, qui abbiamo presentato un lavoro eccezionale, il busto di Leonardo da Vinci, fatto da un sconosciuto signore che si chiama Anatoly Ivanovich Sevrukov. Assomiglia moltissimo a un disegno fatto da Leonardo personale. Сейчас в пространстве музея во всей экспозиции постоянно звучат все эти неосимфонии, посвященные как итальянским гениям, так и вообще гениям мира. Сложность не в технической части, здесь сложность именно вот улавливания мысли и идей. Мне кажется, что у него уже нет национальности. Он не итальянец, он не француз. Это человек, который принадлежит всем, всему миру, объединяет в себе естественно-научное, техническое и гуманитарное знание. Поэтому и не случайно в Российском государственном гуманитарном университете открыта музей-мастерская «Три да Винчи». In due parole, Leonardo per noi, come per gli italiani, è un genio mondiale. Как в одном человеке может соединиться вот то, что мы сегодня говорим несоединимое? Соединяем физиков и лириков, соединяем техническое, естественно-научное и гуманитарное знание и получаем новое качество. И мы приглашаем всех посетить эту выставку и участвовать вот в этом интеллектуальном, интересном, если даже говорить сегодня языком, квесте.